на территории храма буддийского есть в Калмыкии вход, пагоды и минималистичный храм. То, что мы видели там в Таиланде, в Китае, в Японии, храмы более разноцветные какие-то, яркие. Здесь прям такие спокойные тона. Да. И барабан, который надо покрутить. Сейчас пойдем крутить. Еще прикольно, что они эти предсказания всякие, свои пожелания. Колокольчик висит. Крутим. Бам! Звоночек первый. Сходишь по кругу, смотришь на красоту. Да. Три. Ну там в храме по-любому. Тяжелый такой. Ладно, идем по часовой стрелке смотреть. Он говорили все одноэтажно. Есть он четырех или пяти этажки у них. Точнее, я говорила от того, что прочитал. Здесь он полевые цветы. Розы. Как необычно не в тропических условиях видеть буддийский храм. Ну да. Когда обычные розы, обычная желтая трава. Еще этих цветочков не хватает, которые на всех клумбах в любых странах СНГ. Вот эти вот. Ну да, да. Ну вон и рисы тебе, пожалуйста, на территории храма растут. Там какие-то олени. Интересно. Да, там тоже вон барабаны, которые надо. Круто. Мы сразу ворвемся с середины. Надо сначала. Ну, кто-то потерял эту поясок. Возьми. Будет тебе память с буддийского храма. Веревочка. Это тебе Будда послал, Фин. Это счастливая веревочка. В смысле не так работает? Так это и работает. Да. Кто-то поделился. Ты знаешь же, как у них вот с этими как раз штучками. Это тоже буддийская тема. Что когда она выполнит свою миссию, считается, что все, она тебя это покинет, отпустит. Ну вот свою миссию эта веревочка у кого-то выполнила. И теперь будет у тебя служить. На, идем. Оп. Крутим. Все смазано, ничего не скрипит. Даже в какую сторону вращать нарисован. Не дай бог ты не в ту сторону крутанешь барабан, все. У тебя молния тут же с неба. Ну или карма догонит где-нибудь. Горшок с многоэтажного дома. Да, или горшок. Видишь, у нас карма хорошая. Ни на нас, ни на машину этот горшок не прилетел.
Хотя мы там ходили несколько раз. О, еще один барабан. Да. Он там большой еще один. Есть. Ну да. У них же должны еще быть эти штучки, которые, помните, монетки кидаешь? Нет, здесь люди кладут просто на просто так. А там, да, там копилочки. И в эти копилочки нужно, ладно, все. Мне кажется, я уже столько навращал, что святым стану скоро. Хватит. Надо же баланс в этом мире поддерживать. Прикольно. Туалет и котельная сделана в виде буддийского храма. Видели? Туалет и котельная сделана в виде буддийского храма. Вообще топчик. Офигеть. Красавцы. Сначала подумал, что это сотовая вышка, потом увидел ту сотовую вышку обычную. А это трубы от котельной. Да, я всегда думаю, в отличие от некоторых. Представь. Ну, на домах, которые рядом с храмом, лотосы нарисованы. Тоже символ жизни буддийский. Это, наверное, очень классно, что, возможно, настоятели этого храма в этих же домах живут или что. Ну, люди ходят, вращают. Ну и внутри храма снимать нельзя. Можно только снаружи территорию. Поэтому если сейчас туда зайдем, посмотреть, как реализовано. Ну, конечно, идея прикольное, что они купола сделали золотые, как у нас в православии принято. Хотя здесь этого нету чайника белого, который буддисты-то строят такого. Буль-буль-буль-буль-буль. Пирамидку. Нет, пирамидку. Да, и, кстати, и для петард нету этого. Думаешь, что за там юрта стоит? Ага. Это там петард взрывает. Отличается все равно, да? Причем не слабо так отличается от азиатских стран. Вон там символы какие-то нарисованы. Мусор не бросай. Монеты, воду не бросай. Шапку снимать. Ну, зато он у них тоже тигры. Символ силы. Здоровье. Тигрожапки. Ну они у всех тигрожапки. Что, развиваться не нужно? Я знаю. Нужно, он все развивается. Ничего не хранит.